Мировой рекорд в международной организации пауэрлифтинга установил хабаровский спортсмен Георгий Ледида. В весовой категории до 82,5 килограммов молодой человек выполнил присед с весом 255 килограммов, получив за это звание мастера спорта международного класса. Моя коллега Марианна Гейт вместе с помощницами пыталась надавить на Георгия, чтобы проверить зафиксированный им рекорд. Не, наверное... Для него это не вес, девочки. Поднавались еще. О, еще полторы будет самото. И будем близки к мировому. Да. Вес самого Георгия Ледиды 82 килограмма. А способен он сделать присед с 255-килограммовой штангой, что он и продемонстрировал на недавнем чемпионате Евразии, установив мировой рекорд Федерации пауэрлифтинга WPC. Федерация World Powerlifting Congress, это сокращенно WPC, одна из самых глобальных и мощных федераций в мире. У нас включает более 40 стран-участников. Вот. И мы проводим соревнования также по всей России, во всем мире. В Евразии Open Георгий Ледида выступал в еще одной дисциплине. В становой тяге он осилил 245 килограммов. И в тяге, и в приседе выполнил мастера спорта международного класса. Георгий ко мне пришел 9 лет назад. Его отец ко мне привел, потому что у него были проблемы с позвоночником. Изначально я пришел с проблемой к доктору. У меня колени болели, я увлекался футболом. Вот. Он сказал, ну у тебя не только колени, еще и спина. Вот тебе контакт профессионала. Вот, собственно, здесь я и оказался. И вот 9 То есть изначально лет... ты обратился закачать спину? Да. Да. Угу. Так, ну, я еще реабилитацией занимаюсь параллельно. Сейчас тренер готовит Георгия выступить в троеборье пауэрлифтинга. То есть третьей дисциплиной добавится жим лежа. Расслабиться молодому человеку некогда. Строгий режим дня, спецпитание. Где-то он, наверное, больше 2 лет алкоголь уже не принимает вообще. Ну, в принципе, еще молодой, еще все впереди в этом плане. Марианна Гейт, Эмиль Соломин. Смотри Хабаровск.